Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Авушка, мы продолжаем играть на сервере Смотри Антон номер 3, все как всегда. Как вы поняли по названию ролика, у нас сегодня более такой разговорный ролик, на фоне мы будем что-то тоже делать, так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Короче, пацаны, давайте снимем, наверное, счета лям 625 877, чтобы было ровное число 5 миллионов, и начнем по порядку. Как вы видели, я вообще вступил в клан Легион, да, вот вверху. Но прикол в чем, что я еще вступил после мероприятия заплыва. Кто не видел, так что вот видос вылетел, можете зайти посмотреть. Вот, глава был Мирон. Но я уже зашел, у клана было два выговора с трех. И получается, если три выговора, то клан удаляется, вот. Не знаю, за что мы... Кажется, за... Что-то там админ про Мирона написал, типа, что он покупал валюту, хотя он Мирон вообще ее не покупал. Короче, его обнулили и клан удалили, вот. Потом мы начали скидываться на клан новый. Ну, Ганжа, это Рома, короче, получается, он был основой, мы все ему скидали бабло, я скинул там 7 миллионов, вот, и он должен мне дать замку, но пока еще я не зам, вот видите, участник, но мы потом скажем, что я был зам. Короче, нас, наверное, скоро будет вестись набор, потому что я видел уже сегодня новых игроков, так что, если хотите вступить в клан, вам надо написать мне в личку. Ну, конечно, Роме не пишите. Написать мне личку. Вход в клан стоит 5 миллионов. Знание всех правил, короче. Быть 16+, адекватным. Дальше уже зайдем в Дискорд и поговорим. Вот, зачем я на Бу приехал, я фиг его знает. Короче, вот это раз. Второе, что я хотел поговорить, это про тачки, что надо нам немного поменять. Вообще там пару тачек чипа, пару тачек цвет, потому что не очень прям смотрится. Хэштаг Явушка не болей. Вот. Также хотел сказать, что будет дальше с каналом. Как я уже... Подождите, где этот? В гольф, вот. Гольф у меня есть, его цвет хочу поменять, потому что не айс, вообще розовый. Не, давайте, короче, я покрашу уже хамелеон. Это хамелеон стоит, давайте. Такой вот синеватый, что ли. Нет. Вот красный там, кажется, четко смотрелся. У меня все машины красные. Такое, давайте. И диски в черные, да? Нормально или с белыми будет? Лучше не, давайте в черные. Все, коплать. И еще эту наклейку вот эту уберем. Так, короче, наклейку я переместил. Не очень такое прям хорошее место. Ну да ладно, так, 150 тысяч платим. А, вот что я хотел сказать, что через месяц, даже меньше, мне надо будет сдавать ЕГЭ. Или в кто в Украине живет, ЗНО. Вот, потому что я... 11 класс, и хотел сказать, что плюс-минус вот этот месяц, целый май, возможно, видосов даже и не будет. Ну, максимум может выйти там один видос там в неделю. Два это, наверное, в начале мая, а потом уже, наверное, возможно, в конце мая не будет выходить, потому что мне надо приготовиться там и т.д. и т.п. Вот, это я вам тоже предупредил. Также хотел сказать, пацаны, чтобы... Вот, металлик давайте покрасим. Или мат. Не металлик. И... Вот, норм... Не, да, да, вот. Этот цвет металлик, все. Кажется, все тачки перекрасил, нет. М4, Е38. 01, Е39, Е46, М2. Ну, Е30... Нет. 34-й Нисма поехал, ГТР. Так, F90. Не, вроде все перекрасил. Подождите, еще хотел сказать, что, пацаны, у меня есть в продаже домик. Вот, сейчас вы видите скрин. Вот этот дом в высотке ВСФ, вот где он располагается, он стоит 20 миллионов рублей, хотя в госке у него 9,5, я продаю за 20, еще возможен, конечно, торг,
Так что, кто хочет купить, напишите мне в LSVK, ссылочка есть в описании, или увидите на сервере, напишите мне на сервере, потому что бабло мне надо. И что хотел сказать, что видосов именно, если будет, то будет более разговорный, там топчики или т.д. и т.п. Так как денег я особо сейчас зарабатывать не буду, и мне надо будет копить на проценты. Вот перед началом ролика я хотел вообще сделать ролик, скупить весь автосалон Жигулей и разыграть, но я понял, что в Жигулях вообще никто так участвовать не захочет. Вот. И лучше подумал, что надо уже подкопить денежек, не тратить свои там 4 миллиона, потому что я смотрел, чтобы скупить весь автосалон АвтоВАЗа новый, то надо потратить 2,5 миллиона около этой цифры. Так, а мы пока разоправляемся. Вот, что я хотел. Также напишите в комментарии, стоит ли потом это сделать или не стоит. Вообще даже не знаю, что записывать. И напишите свои, да. Вообще, в этот раз вы будете очень много писать, я надеюсь. Хотя бы кто-то по одному что-то напишите. Интересные идейки для видоса, вот. И напишите, вам нравятся вообще видосы такого типа формата, более разговорные или нет. Фух, а пока что мы заправляем наши тачечки. Что-то я хотел еще сказать, но уже забыл. А, хотел сказать также Мирону, то, что мы играли, он мне А, мне тут полный бак. Окей. Так, и 39, давайте 39. Мирон мне скинул 9 миллионов, вот вы видите скрин. Короче, спасибо ему большое. И также мне скинул Хомка, это два моих соклановца, он мне купил, короче, вернее, не купил, у него была Q7, Audi Q7, и он ее мне подарил. Вот, там были диски, он был в хроме, я на ней очень долго катался, где-то недели, но после того, как удалили клан, я ее нехотя слил в БУ и, короче, скинул Ганже номер. Ой, как говорю, номер, деньги. Вот. Что хотел сказать еще. РП-фильмы, вот. Сейчас вы на экране видите 3 видоса, плейлист, у меня есть на канале тоже, он называется «Жоповоз». Это РП-фильм в МТА, в котором есть, типа, главные роли и т.д. и т.п. Мы, короче, типа, как бы, просто фильм в МТА, вот, на который уходило очень много времени и вам очень заходил. Я хотел спросить, я его снимал еще на первом сервере. Также я хотел спросить, типа, стоит ли его снимать на третьем сервере. Если вам вообще, посмотрите и напишите в комментариях в этой серии, или напишите в беседу, на которой есть ссылочка в описании, кто не вступил, вступайте быстро, ё-моё. Вот. Вообще, снимать данный формат или нет, я могу по приколу купить и 60, тупо сделать, как-то придумать сюжет далее и снимать дальше РП-фильм. Там, возможно, гоночки, нелегал, дрифт, т.д. и т.п. Я думаю, будет прикольно. А вы по поводу этого напишите, пожалуйста, в комментариях. А пока мы разговариваем, я уже почти заправил все свои автомобили. Мне интересно, сколько я денег потратил на это все. А то на как-то... Не очень, когда у тебя нету бенза. Ладно, давайте первое, это что? Я хотел поменять или поставить диски вот сюда, на эту вот шестерку, потому что здесь вот эти диски стоят вообще не очень. Они недоработанные. Надо что-то поставить пацанское. Сейчас торусы, наверное, влепим. Не, вот этими же 240 прям хорошо зашли. Только сейчас регулировку изменим немного. Вот так нормально. Давайте еще какую-то прикольную резину, что ли, поставим. Где-то вот, нет, смотря, это колхоз. Где-то здесь было ретро. Вот. Я бы не сказал, что оно прям очень фигово смотрится. Мне даже, если честно, он с красненьким прям нравится. Я его и поставлю. Не, смотрите, весьма неплохо смотрится, ё-моё. Так. И давайте поехим, короче, в чип.
и изменим чип на данные все транспортные средства. И что хотел... А, вот сюда еще надо это, тонировку. Давайте поедем за одну тонировку и ксен поставим. Я ее Жигу продавать не буду, может потом разыграю. Пишите комментарии. Что хотел сказать, что... А, и, возможно, летом будет у нас реальный проект... В реале, в реальной жизни я уже придумал какую-то дичь. И у меня есть здесь BMW с винилом, который я хочу сделать в реальной жизни. Кто вообще смотрит мои беседы, я скидал спойлеры. Можете зайти посмотреть или написать в комментарии, что это за винил. Так, кристально-белый 80-80-80. Не, давайте 60 поставим. Вот. Нормально. Я знаю, что корчины не тонируют, но да ладно. Не, вот так вот сочно прям смотрится, пацаны. Мне прям очень нравится. Короче, мы, наверное, с Жиги сделаем что-то интересное. Напишите в комментариях, хотите ли вы вообще реальный проект в реальной жизни. Я думаю, это будет интересно. Так. А что они здесь стоят? Ку-видос, ку... Привет, привет. Да. Да. Я уже раз сливал, короче, все мои чипы. Это было прошлым летом, и за год у меня поднакопилось чипов. Я могу вам скинуть все мои прикольные чипы, админские, специальные, дрифт и не дрифт. Вот, интересно, да, только что-то сюда, но на Жига она не очень идет, надо второй поставить. Так, пацаны, следующий у нас пациент, это BMW i39, реально, моя жена, мечта, хочу сказать, вот, здесь стоит дрифт-чип, потому что я хотел, типа, навалить, как в реальной жизни, но я что-то уже навалился, падамупс, вот, и уже что-то хочу нормальный чип. Так, вот этот X5M F85, что у меня стоит очень прикольный чип, вот. На любую тачку прям очень хорошо подходит. На E39 прям очень кайф подошла. Надо бы, кстати, у нее тоже цвет поменять, потому что не очень. Так, что я хотел дальше поменять чип? Это у нас... А, вот, EKH777, подарок ананасика. Я хотел сделать, короче, пацаны, с нее автош. Кто знает, это... Задние, короче, заниженные, а передние завышенные. Мне дал подписчик чип, где-то он здесь есть, автош называется. Вот. Нормально. На этом все, короче, заключительно можно сказать то, что летом будут куча видосов интересных, куча конкурсов, это раз. Во-вторых, возможно, летом где-то вероятность процентов 50 на 50, а я бы даже сказал 60 на 40, что будет реальный проект. Вот, то, что будет видос с чиповками в мае где-то, если вы захотите и поставите нормально лайкосов. Вот, сделали мы пару тачек. Так, не, здесь надо было диски все-таки тоже поменять. Не, вот это прям вообще соска. Просто как вам не нравится вот эта данная тачка вообще. Я уже забыл, что я говорил, потому что я там половину вот это... проговорил, а потом мне вылетело, перезаходило еще что-то, заправил еще. Короче, надеюсь, вы не отпишитесь от моего канала за такого долгого простоя. С вами было Вушка. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Данный видос был скучным, но таким познавательным. И чё как почем. Если хотите в клан вступить, пишите мне. С вами был Вушка. Всем удачи и всем пока. А, пацаны, что хотел сказать? Вот давайте еще поменяем. Вот этот хамелеон прям сочный, на хром. Хром такой себе, а от металлик. Металлик плюс-минус. Мат. Мат такое, как рил. Мне бы хром сделал, если честно. Давайте так и сделаем. Короче, хром. Не, вот. На солнце оно даже пожестче выглядит, он так вообще сочно. Что хотел сказать еще, вот, то я забыл. Буквально дня 3-4 назад вышел видос в ютубе такого, как Игорян Тудей. Он, короче,
я так понял, специализируется на том, что проверяет разные схемы кидалов, даже связывается с ним в скайпе, вот, и у него есть такой, типа, как он называет, благотворительность, и он, типа, берет рандомного ютубера, меньше от него подписчиков, у него 11, у меня 1, он, короче, искал, нашел меня, и написал, типа, мой ник, и кидал других игроков, но все остальные его рассекретили, типа, что это он, ну, даже там много писали, типа, Эван, привет, и т.п. Вот, что хотел сказать, что ему ответочка тоже будет, наверное, в его стиле, а может и в моем стиле. Хотел сказать, что это не очень плохо, он еще, типа, я написал ему, хотя бы подписался на меня, что ли, он, типа, это нагло, благотворительность. В жопу мне надо такая благотворительность, потому что я вообще не люблю обман и никого не обманывал вообще. Потому что считаю это подло. Он взял от моего ника, от меня, можно так сказать, взял и тупо дурил. Но он, конечно, деньги отдал, там, да и т.п. спору нет, но... Такое себе. Ладно, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами был Ушко, прощаюсь уже второй раз. Всем удачи, пацаны, и всем пока.